Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Светлана Филатова, рада приветствовать вас на моем канале, и сегодня вас ждет очередной разбор. Честно говоря, когда я увидела новое интервью у Ксении Собчак, я думала не обращать на него внимания. Но как только я стала смотреть, меня просто это захватило, зацепило, и вы поймете почему. Ну, давайте не будем откладывать в долгий ящик и начнем с самого интересного. Я вам неоднократно говорила, что наше тело врать не любит, да, и давайте вот сейчас на примере вот прям нашей сегодняшней героини посмотрим, как наше тело сопротивляется каким-то, как сказать, вещам, которых не было. Вот это самое главное, поймите, распознать ложь нужно, для того чтобы распознать ложь, нужно понять тот момент, где тело рассказывает то, чего оно не знает. Вот самое главное, давайте смотреть внимательно этот фрагмент, и я объясню, почему именно этот фрагмент мы берем для разбора. За Украину, потому что на них напали. И я их обнимаю, и я хочу, чтобы бомбы не падали на их головы, чтобы не плакали мамы, папы, вообще, чтобы этого не было. Я этого хочу. И мне кажется, каждый нормальный человек, если вдумается, если представит, что это может случиться с ним, надо просто встать в эти туфли, чтобы понять, чего не надо делать и чего, кому надо сочувствовать. Если бы на Россию напали украинцы, я бы защищала бы Россию. И обратите внимание, как горячо она поддерживает Украину. В данном случае мы отлично знаем, что именно на Украину напали, да, и здесь она говорит чистейшую правду, которую она, наверняка она знает, о чем говорит, да, невзирая на то, что она говорит, не смотрит телевизор и старается ограждать себя от ненужной информации, но от этой информации никуда не денешься, и эта информация проникает в каждого из нас, и мы все живем этой информацией, да, и вот когда она говорит об Украине, о том, что там сейчас идет так называемая спецоперация, да, она говорит об этом горячо, с эмоциями, она действительно вот всю душу раскрывает, она раскрывает жесты, она, ну то есть у нее амплитуда жестов очень большая, но обратите внимание, когда она стала говорить про Россию, она стала фантазировать, вот если бы напали, да, но она попыталась изо всех сил, вот как, знаете, она хоть и не врала, да, но вот обманщик, он всегда так и действует. Он говорит ложь и пытается задействовать тело, пытается на той же эмоциональной волне донести какую-то информацию, которой не было. Понимаете, вот фишка в том, что этой ситуации не было, на Россию не нападали, но она пытается, как человек творческий, как человек с воображением, как человек, которому хочется донести свою мысль, что она бы одинаково заступалась бы за Россию, если бы на нее напали, но на Россию не нападали. И поэтому тело сопротивляется, понимаете? Здесь не в обмане даже дело, а в том, что когда человек пытается фантазировать, когда он пытается себе что-то представить, у него тело сопротивляется. Вы увидели, как сдулись жесты, как она сказала, что я буду заступаться за У, и у нее первая фраза У, а потом Россию. То есть вот эти оговорки, вот эти спотыкания, и речь не так плавно шла, когда она говорила о том, что она бы заступалась за Россию, и здесь я ее прекрасно понимаю, потому что этого не было, но ей хотелось вот сказать о том, что она равнозначно относится и к России, и к Украине, и здесь, ой, простите, надеюсь, по звуку не было никакого брака, да, так вот, я слишком горячо жестикулирую, понимаете, почему я этот фрагмент поставила? Я поставила у себя в Инстаграм этот фрагмент, и многие из вас подумали, что я пытаюсь искать на солнце пятна и придираться к Лайме. Вы знаете, я ее даже полюбила за эти слова, и вообще, честно говоря, чем дальше я ее слушала, тем больше она вызывала во мне очень много симпатии, ну и в первую очередь
очередь, потрясающе выглядит. На секундочку, ей почти 70 лет. Это вообще, ну, женщина, которую видишь и понимаешь, к чему надо стремиться, да, что не надо забрасывать спорт, что надо двигаться, а как мы знаем, она и танцует, ну, на своих выступлениях она же всегда и танцует, и двигается, то есть она держит тело в физической норме, да, и вы видите, что почти 70 лет человек выглядит просто потрясающе. Молодец, браво. Да, ну и дальше, давайте, все-таки мы, я вам обещала, что следующий разбор будет без политики, да, но здесь не в политике дело, а в том, что было, не было, да, вот мы с вами определили. Дальше идем по тому, как она к кому относится. И вот очень интересно, как она, что называется, извините за такое выражение, но фильтрует базар. Вот извините, но тут по-другому не назовешь. Когда человек, вот и я даже потянулась к подбородку, потому что я сказала такое слово, ну, которое, в общем-то, дискредитирует меня как специалиста, да, в какой-то степени, да, когда я начинаю вот такие вот немножечко, ну, неправильные слова произносить. Но вот это вот как раз и есть фильтрация речи, вот для того, чтобы более понятно объяснить. Подбородок – это наша говорильня, это то, что мы хотим сказать. И когда мы придерживаем подбородок, мы как бы фильтруем, мы придерживаем, ситечко подносим к нашему подбородку. Давайте посмотрим, как она это делает и в каком моменте. Я тебя знаю маленькую, я знаю твоего папу, маму, я очень хорошо отношусь к твоим родителям. Видите, как она держит подбородок указательным пальцем? Это руководство, это запрет говорить. И смотрите, вот другая рука застыла, другая рука не жестикулирует. А когда это происходит? Когда человек сконцентрирован на том, чтобы не проколоться, понимаете, чтобы не сказать лишнего. Вот она настолько не хочет сказать лишнего Ксении, что она прям вот вся сжалась. Потрясающе. Вообще, ее читать, это одно удовольствие. Родителям. Что бы ни говорил, в общем, неважно кто. Видите, вот сейчас в замедленной съемке, обратите внимание, вот эта рука застыла, да, вот эта рука держит подбородок, да, и фильтрует. И смотрите, как она неловко пошла прям за лицом. То есть настолько важно проконтролировать, что я сейчас скажу, да, и вот это вот нелепый немножко жест, он неуместен здесь. Рука, она как бы должна была оторваться, но здесь очень важно, важно. И дальше идет отвращение. Обратили внимание? И челюсть спрятала, да, челюсть... Невзоров, наверное. Например, да. Вот про Невзорова, когда стала говорить, вот к нему она относится с отвращением. Мы, кстати, по поводу отвращения сейчас посмотрим, к кому еще она относится таким образом. Отвращение, я думаю, вы знаете, если вы у меня на канале давно, вы наверняка знаете по отвращению. Если еще пока не проходили мои бесплатные уроки, то не забывайте подписаться на канал, я буду проводить уже в ближайшее время свои бесплатные уроки, я вам расскажу про отвращение очень подробно. Сейчас не хочу на этом заострять внимание. То есть видите, что когда стала говорить про Невзорова, пошло отвращение, пошли уже жесты открытые, здесь скрывать нечего, да. А вот когда она Ксении говорила, как она к ней относится, очень много там сокрыто. Да, то есть все-таки мы понимаем, мы-то с вами понимаем между строк, да, что она попыталась скрыть, мы не знаем, но что-то явно попыталась скрыть, да. Это, знаете, как либо хорошо, надо говорить либо хорошо, либо ничего, ну тогда вот так вот я и скажу, хорошо, да, а ничего, как бы вот то, что не надо говорить, я оставлю при себе. Вот такая вот история. Да, значит, дальше, следующий фрагмент, вот по поводу отвращения, давайте смотреть дальше. Вот она своим отвращением прям ко многим людям показывала свое отношение. Давайте смотреть. А с Филиппом вы общаетесь, с Кирковым? Видите, пауза сначала, потом поджимает подбородок. Ой, я тут опечаталась. Нет, мы не созванивались. Вот это слово отвращение, вот это второе слово презрение. Так, сейчас вот давайте наблюдать в замедленной съемке. Презрение, челюсть сейчас задвинет, потом вместе с губой так. Не офи...
То есть, ну, как-то вот не очень хорошо она к нему относится, старается держаться подальше. Отвращение – это про то, что я хочу держаться подальше. Это и брезгливость, это, ну, в общем, отвращение – очень интересная эмоция, да, и вот с первых же секунд она показала отношения, а потом она пошла забалтывать. Филипп мне посылал приветы и все. Ну, Филипп. Вот понимаете, тоже, вот Филипп. Что с Филиппа взять, да? И потому что у меня есть ощущение, что, ну, я не знаю ничего об этом, но мое ощущение... Ну, Ксения Лиса еще та, излишне натянутая печаль, ну, прям такая озабоченная, но здесь не подыграла челюстью, что называется. Там и улыбочка проскальзывает, и челюсть вверх, и много, слишком много заинтересованности для того, чтобы, ну, вот, как бы, что она пытается показать озабоченность, печаль, да, но здесь совсем другие эмоции. Но ей нужно изобразить озабоченность. Что, ну, тоже чуть-чуть его заставили, чуть-чуть что-то, может быть, припугнули. У меня нет ощущения, знаете, что вот есть люди, которые первые ученики, которые сами в очередь стоят на эти лужники, а есть те, кто, ну, вот поневоле. И я к ним невольно испытываю какую-то эмпатию. Мне их тоже по-своему жалко. Вот а я не могу про них ничего говорить, потому что я могу навредить. Поэтому дай им Бог здоровья всем. Потом разберемся. Смотрите, как она руками отталкивает отвращение, закрывается рукой, вот садится, видите, вот эта рука пошла, закрылась, спрятала челюсть, причем в сторону, не вниз. То есть это не подавленность, это скрываемая агрессия, скрываемая негативная эмоция. Может быть, даже не агрессия, а просто негативная эмоция, презрение. То есть она таких людей не уважает для себя, но предпочитает сейчас об этом помолчать, потом придет время, и тогда уже, ну, как бы все свое получат. Поэтому вот такая реакция. А дальше следующий фрагмент. Ну, отношение к шаману — это просто, знаете, вот браво, отвращение, супер отвращение. Вот здесь уже, да, ну его вообще, ну, с музыкальной, вот это по голосу можете, да, объективно сказать, своим голосом. Для меня самое главное не то, что ты голос — это не спорт. Спорт выше, быстрее, там, дальше проплыть. Голос, музыка – это чувственность для меня. Это все равно связь с Всевышним. А это обязательно душа. Если душа, вот Вайнхаус, пожалуйста, вот это душа. Ну, к примеру, шаман, еще и шаман. Господи ты, Боже мой. И такой молодой человек, и такой, он должен быть отрицательный, он должен пройти какие-то такие вещи, чтобы познать себя, все. А он орленок, орленок в 30 лет. Ну, да ну его, неинтересно. Ну и голос у него, ну и пускай он занимается этим голосом. Да, ну вы видели, вот это вот супер отвращение, конечно, ну... Понимаете, да, отношения, брезгливость и все такое. Да, обязательно, если вы еще не видели это занятие, вот по где я рассказываю про отвращение, не пропустите, я в ближайшее время буду проводить. Да, теперь по поводу отношения к Макаревичу, там тоже что-то зарыто. Я не знаю, что зарыто, но подскажите мне, пожалуйста, кто в теме. Да, сейчас я включу и покажу вам, что там не так. А еще какие-то у вас есть друзья, которые здесь живут, ну, имеется в виду известные широкой публике? Нет. Андрей Макаревич. А, ну да. Но он сейчас в Америке. Видите, как-то вот она с презрением сказала и немножко... Вот а я его очень люблю. Я для себя его открыла. Кашель и локтем отталкивает. Вот, смотрите, как локтем прям... Тут по-настоящему все же вот. Ну, значит, она там сказала, что только сейчас она его узнала, но почему-то идет вот такая реакция. Я могу предположить, что, может быть, физиологически он ей как-то не, ну, не очень приятен, да, и поэтому такая реакция может быть на это. Потому что, ну, по большому счету, вот то, что она открыла его творчество, и она там, ну, хорошо об этом говорила, тут у меня не возникает сомнений. А возникает сомнение вот чисто вот по-человечески, вот это общение, да, там есть какая-то
сложность. Объясните мне, пожалуйста, что там не так, вот в комментариях. Я просто совсем не в теме, да, но вижу, что вот такое отталкивание локтем и такие эмоции, они как бы... Ну, не очень. Но, тем не менее, это, конечно, не отношение к шаману. К шаману там вообще просто супер отвращение и все самое негативное. А здесь вот как-то что-то, что за скобками, да, вот в целом она его любит, уважает и ценит, да, а вот какой-то момент ее напрягает. Да, значит, следующий момент. Вот эмоциональную вовлеченность, то, в чем она горит, то, что она говорит вот реально с эмоциями, еще раз. Ну, мы на первом фрагменте увидели, да, как она горячо говорила о том, как она поддерживает Украину, потому что это на самом деле есть, да, и как она поддерживала бы, может быть, Россию, но нет эмоциональной вовлеченности, потому что этого нет, да. И вот здесь вот смотрите, эмоциональная вовлеченность во всей красе, хочу вам просто показать, ну и заодно, чтобы вы понимали отношение к этому вопросу. И посмотрим еще, может быть, Максим будет президентом, а может, Алла будет. Это было бы, кстати, чудо. Кстати, вы думаете, это было бы чудо. Вы бы за Галкина голосовали? Конечно, конечно. И я думаю, что и россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал, может, как может... Может, в этом может... и план? Может, может, это и есть план? Вот я могу предложить такое россиянам. Подумайте. Ну, то есть говорит с эмоциями, много жестикулирует. И действительно, такой вариант для нее очень даже приемлем. Честно говоря, я ее в этом поддерживаю. Да, значит, ну, это опять мое мнение, опять политика, простите. Но давайте идти дальше по невербалике все-таки. Мы здесь для этого. Следующий фрагмент. Ну, здесь момент ее немножечко зажатости мы посмотрим. Да, и интересный еще один жест, о котором я уже как-то упоминала, даже в Инстаграм показывала, ну вот когда там человек что-то говорил и сделал этот жест, и я поняла, что здесь что-то спрятано, да, что-то не, ну, не совсем так, как есть, да. Вот давайте посмотрим. Вы редкий человек, Лайма, не пугайтесь, с кем хочется поговорить про секс в Советском Союзе, потому что, но я смотрю ваши выступления. Смотрите, как она натягивает очки, это жест... манипулятор. Линия. И под очками мы видим глаза, которые испугались. Дальше, смотрите, она отклоняется, красиво включает свою дежурную улыбку, которая отработана годами, да, замерла и... Я понимаю, что вы, ну, вы были как Ким Бессенджер для советского человека, вот. И обратили внимание, она еще и сглотнула, то есть вот эта тема для нее довольно острая и неловкая. Вот по этим всем, по этому всему набору жестов я понимаю, что там опять что-то скрыто, но это нам не показали. Ну, в общем-то, человек имеет право на личную жизнь. Ну, просто будем знать, что нам это не показали, мы по сигналам тела это определили, да, и теперь мы будем жить с этим знанием, вот так вот я назову это. Значит, дальше, следующий фрагмент по поводу Путина. Тут очень интересный такой жест, который тоже хотелось вам показать в контексте нашего, ну вот, наших разборов. Давайте. А вы с ним, кстати, общались, с Путиным лично? Вот какой-то у вас был? Да, конечно. Но я не люблю рассказывать. Смотрите, как она напрягла губы. Причем там мне показалось, что отвращение. Нет, не совсем это отвращение. Это скорее напряжение губ. Да? И дальше, смотрите, как она прям руками стала собирать уголки рта в кучу. Вот это вот как раз, причем не расширять, а именно собирать. Вот на этих, я провожу 3 бесплатных занятия, я ни в коем случае сейчас не делаю продажи, я просто говорю, что у нас вот на первом занятии я рассказываю про рот. И те, кто уже в теме, да, вы знаете, что рот — это захватническая деятельность, да, и если ты видишь конфетку, ты расширяешь рот, если ты хочешь что-то скрыть, что-то, не знаю, сконцентрироваться на чем-то одном, да, в ущерб каким-то таким большим глобальным вещам, да,
либо вообще просто скрываешь информацию, чтобы она из тебя не вышла, да, ты вот стараешься ротик наоборот собрать, вот так вот, да, и здесь она прям двумя руками собирает рот, то есть она нам сейчас ничего не скажет, вот, вот этот жест, давайте. О каких-то личных общениях, потому что это имеется слово личное. Вот сейчас я вам в замедленном виде, вот смотрите, как она вот так, раз, видите? И все, и она нам ничего не скажет. Вот этот жест предшествовал тому, что нам не скажут. Вот это вот очень интересный жест, когда вы общаетесь с человеком, и вы смотрите по уголкам рта. Вот насколько уголки рта, он... Ну, когда он не хочет что-то говорить, когда он закрывается, когда он захлопывается, вот это вот, вот этот жест, вот этот, или вот как она сейчас сделала, да, вот, вот это вот все, это про то, что я не хочу говорить, я хочу из этого выйти, мне эта конфета не нравится, не надо мне ее скармливать. Вот примерно этот жест, вот примерно такой смысл у этого жеста. А дальше. Следующий фрагмент по поводу ее гражданства. Тут тоже интересный жест, который хотелось вам показать. Но мне, нет, ну был мне, такой мне разговор, например, какие-нибудь приходили с каналов, чиновники. Я знаю, почему не приходил в голову, знаю почему. Потому что в Латвии нельзя было иметь двойное гражданство. Смотрите, какой интересный жест. Он двойной, двойной жест. А, ну вот это у нас и шея сзади, это ответственность, и затылок. А это у нас прошлое, прошлое. То есть, смотрите, ответственность в прошлом. Вот это вот объединилось в один вот этот жест, да, и другой рукой она пытается вот этот закрывающий жест делать, да, то есть, ну все, давай закроем эту тему, это в прошлом было, это была какая-то проблема, ответственность, да, которая, в общем-то, ну, сейчас уже не имеет значения, да, ну давай это закроем. Ну, то есть, видите, она продублировала, по большому счету она сказала чуть другое, да, но вот телом она сказала именно это. Видите, как интересно. И еще и погладила свои волосы. Я красотка, я правильно сделала. Да, любуйтесь мной. А, да, еще один момент, который хотелось на него, ну, то есть я его услышала и поняла, что здесь, ну, хочется посмотреть на ее натальную карту. Я буквально два слова скажу по ней. Давайте послушаем сначала ее и два слова скажу. То есть нельзя сказать, что ваши отношения от очень холодных перешли вот в эту теплую искреннюю дружбу, которая есть сейчас. Нет, мы просто узнавали друг друга медленно. Мы овны. Овен не подпускает. Это она про Аллу Пугачеву говорит. Как мы знаем, она тоже овен. К себе близко, быстро. Это все должно... Мы должны побывать в разных ситуациях, и наше поведение или поведение вот кого-то в этой тяжелой ситуации вызовет мои симпатии или антипатии. Ну, я такая, я... Но вы чувствовали свое превосходство, значит? Это было естественно для вас? Слушайте, я сейчас немножко отклонюсь от темы, но, знаете, я обратила внимание, у нее, да, безусловно, это возраст, да, но вот слева у нее ограничитель, и... Это для меня сигнал того, что, вот помните, она на теме секса очень закрылась. Там тоже что-то, я, конечно, это слишком личное, но там что-то спрятано. Извините за такие подробности. Да, но что-то... Давайте дальше. Я чувствовала, что я другая, мне нравится другое, я делаю то, что мне нравится, и со мной люди, которые одинаково думают, как я, или если они не думают так, как я, их нету. Ну и вот здесь она сказала такие вещи, которые действительно я хотела увидеть либо подтверждение, либо опровержение в ее натальной карте. И вообще очень интересная карта. Ну, чем она интересна? Потому что планеты все разбросаны по всему кругу, то есть это очень разносторонний человек, это очень, у нее очень широкие взгляды, да, она не концентрируется на чем-то одном, она во всем. Причем во всем она, ну, имеет какие-то
движения, да, какие-то успехи, неудачи. Это человек очень активный, потому что, видите, все планеты друг с другом общаются. Это очень классный показатель. То есть они не просто стоят где-то на отшибе, а все друг с другом контактируют. Очень много связей планет, и это, безусловно, ей мощная поддержка. Ну и ложки дегтя, конечно же, тут есть. Но что касается, вот она с Овном, Аллой Пугачевой, да, они подружились в итоге. А потому что она вообще любит Овнов. Смотрите, Венера у нее находится в Овне. К сожалению, здесь это только космограмма, я не знаю времени рождения, поэтому вот такая вот история. Еще один момент хотела сказать по поводу, вот она сказала, я другая, я просто по-другому мыслю, у меня либо человек, ну, меня поддерживает, либо его нет в моем окружении. И знаете, вот это тот человек, вот Луна, я посмотрела на ее Луну, ей, ну вообще, где находится Луна и какие она имеет аспекты, это как раз говорит об эмоциях человека. И здесь вот ее эмоции всегда были против Плутона. Плутон — это власть, нормы общества, строй, ну вот какие-то такие вещи, да, устои, против которых она эмоционально всегда была против и будет, и вот сколько она будет жить, да, она всегда будет, ну вот где-то ее будут пытаться придушить вот в каких-то слоях, ну в каких-то ситуациях, да, как, вот именно со стороны начальства, со стороны правил общества, вот какие-то такие вещи она всегда будет эмоционально, ну, немножко зажата. Но она сказала, что я, ну, по сути, она сейчас сказала, что люди, которые меня не поддерживают, которые мне некомфортны, они не в моем кругу. И это правда. Потому что смотрите, сколько от Луны позитивных аспектов. Да, то есть она окружает себя вот всеми, кто ей помогает, кто приносит ей эмоциональную поддержку. Но что касается социума, да, вот что касается вот каких-то норм, правил и так далее, вот здесь вот, к сожалению, идет такая эмоциональное такое противостояние, и вот это вот единственное, что ей в жизни омрачает, ну, по сути, жизнь, потому что от того же Плутона все другие линии тоже зелененькие. То есть в целом, в общем-то, вот только вот это вот эмоциональное непонимание, да, непонимание ей социума и социумом ее, ну, немножко ей мешали жить, но в целом, в общем-то, все показатели очень хорошие, да. Но тут много чего можно говорить о ее космограмме, да, но я просто не хочу сейчас на это тратить времени. Если хотите, приходите на консультацию, там мы разберем вашу ситуацию, да, и что вам комфортно, что некомфортно. Кстати, вот Марс тоже интересно, это человек вообще подвижный, и действительно Марс в Стрельце говорит о том, что она, ну, всегда вот находит приключения, всегда она в этом варится, всегда у нее жизнь полна каких-то событий, и ей вот это все комфортно, невзирая на то, что социум иногда ее все-таки осуждает в этом плане, слишком активная, слишком не по возрасту, да. Ну ладно, да, не буду сейчас слишком много на это тратить времени. Хотелось мини-обзор сделать, и я, в общем-то, уложилась, даже полчаса не прошло. Поэтому не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео, насколько вам понравилось. Не забывайте подписаться на мой канал, если вам вообще это все нравится. Я надеюсь, вам этот разбор понравился. Надеюсь, что в этот раз я сдержала свое слово, и политики было минимум. Я, по крайней мере, старалась. Ну, а то, что я выражала свое мнение, это уж извините, так тоже бывает. Да, люблю вас всех очень сильно, даже если вы меня не любите, вам никуда от этого не деться, от моей любви. Да, значит, напишите в комментарии, чего вам, может быть, не хватило, или в чем я не права. Я с удовольствием читаю ваше мнение, и вообще вы очень много даете мне в своих комментариях. Огромное вам спасибо. Вот, знаете, я иногда просто зачитываюсь, и многие из вас даже не согласны со мной, настолько четко выражают свою мысль, и мне вот хочется с вами вести диалог, и если я начинаю это делать, то действительно это просто вообще, ну, для меня это
большое расширение сознания, да, вот, и, потому что я всегда стараюсь, ну, находить что-то новое, да, какие-то новые грани. Может быть, у противоположной стороны, может быть, есть какие-то аргументы, но доносите их просто в культурной форме, и я думаю, что компромисс всегда найдется, ну, кроме, конечно, каких-то постулатов, от которых я точно не отойду, человеческих, это понятно. Да, 29 минут. Все, люблю вас всех очень сильно. Пока-пока.